Привет, мальчики и девочки. Ну что, игрушка наконец вышла, Lightyear Frontier, и сегодня я буду не одна на этой безлюдной планете. Сегодня я буду с напарником, и это Сережа. Вот он лежит еще пока отдыхает. А, все как обычно. Пузиком кверху, ждем, когда он оживет. Будем, в общем, как Адам и Ева. О, очнулся. Давай, вставай. Доброе утро. Привет. О, привет. Запачкался. Интересно, я так же выгляжу? А у тебя... Да. А, у тебя не видно отражение. Ну ладно. В общем, будем пробовать осваивать эту игру вместе. У тебя тоже, да, найти своего робота? Угу. Ну, пойдем искать. Интересно, у нас роботы будут в одном месте или в разных местах? Ну, у меня метка на моего есть. Так у меня тоже. Просто интересно, они рядышком упали или в разных местах? Еще надо будет понять, где какой. Че же говорю, у меня метка стоит. Думаю. А, вон, наверное, твой валяется, да, в разных местах. А у меня напротив. О, как это мило. Мы упали напротив друг друга. Да, улетели в один лес. Да. Так, а вот и Пайпер проснулась. Привет, Пайпер. Но акробатический номер вы мне тут показали. К счастью, судя по биометрике, вы прекрасно себя чувствуете. Первым делом нужно собрать вашего робота. Ага. Да, вы в комментариях написали, чтобы я читала субтитры, поэтому буду читать. Так, вот мой робот. Точнее, моя рука. И сюда рука. Двигатель. Я не могу. Так, а что делать-то надо? Я не понимаю. Правой кнопкой нажимаешь на свою кирку, и таким образом ты можешь взять руку. И присоединяешь. Только руку найди. Или ты ее уже присоединил. А, вот. И потом также двигатель. Обалдеть. Там. А дальше что? Двигатель. Он сзади тебя еще... валяется. У тебя же там кошмар. Этот туториал написан. А еще читать что-то надо, да? Да, да. Мне это надо буквы знакомые искать. Ты же умеешь, давай, я в тебя верю. Мотаем удочки. Это не я, это тетя сказала. Отлично, все пальчики работают. Все пять. Классно. Привет! О, где же мои манеры? Ну, начинаем. Простите, спустя 200 лет без гостей нетрудно. Меня зовут Пайп, 3П, проще говоря, Пайпер. Вон там мигающая точка в небе, это я. Но довольно расшаркивание. Сейчас ведем вас в курс дела, чтобы вы чувствовали себя как дома. Вон, видишь, Пайпер, зелененькая? Угу. Блин, а прикольно, только... А ну, поповорачивайся. Классно. Я-то этого не знала. Когда поворачиваешься, поп стоит на месте, а туловище поворачивается. Так. Обалдежно. Теперь нам нужно найти свои инструменты. Они обозначены вот этими оранжевыми дымками. Давай ты иди вон на тот левый тогда, а я пошла с правой. Ну или ладно, ты пошла направо, я пошла налево. У нас там еще один сзади остался дымок. А мы все равно сейчас все придем. Придется собирать. Я упал. Нет, все нормально. Вот единственное, у меня вопрос. Мы, наверное, же два одиноковых не сможем взять. Скорее всего, нам надо было вместе ходить. Вдруг будет два одиноковых. Я пылесос водяной нашел. Пылесос. А у меня шипастая пила. Да, надо вместе ходить. Ну давай идем навстречу друг другу, потому что потом сейчас будут попадаться повторно. Никогда не перестану удивляться. Ваш величественный робот, мощные инструменты и даже корабль. Проект Фермобот был поистине потрясающим. Как жаль, что в итоге его отменили. Так, бягу к тебе. Я думал, надо все-таки по-разному. Подожди там, постой, я тут сейчас крайний возьму. Давай, я пока вот здесь рядышком со мной есть. Ты, кстати, да, чтобы бегать, shift можно не держать. Один раз нажал, он бежит. Остановился, он опять на ходьбе.
Спасибочки. А, пожалуйста. Так, я нашел побегострел. Отлично. У меня пылесос. О. И, кстати, вижу, наконец, залежи алюминия. Ага. Возьму сразу, потому что нам понадобится. Я-то уже тертый калач. Мне всегда было интересно, почему на Земле так быстро отказались от проекта Фермобот. Они посылали нас, орбитальные зонды, на край Вселенной. Непростое дело. Правда, положение было отчаянным. Она правильно сказала? Они посылали нас. Мне кажется... У меня такое ощущение, что у каждого свой дым. Мне кажется, что дымы одинаковые, но когда ты подходишь, тебе каждый раз разные инструменты дают. То есть ты не можешь к одинаковому подойти почему-то, вот я так думаю. Потому что у меня три предмета осталось найти, у меня три дыма и все. Mm-hmm. Вот. Поэтому ходи тогда и голову не морочь. Да, хожу, не морочу. Мне тоже три предмета, да, осталось. Шланг для полива, семечка, мед. О, я обнаружила древесину. А, это ты, наверное, обнаружил. Не ты, а я. Ой, ну все. Обнаружил он древесину. Ну, пожалуйста. Хи-хи. Ну и отказ от звездного форпоста в пользу Марса тоже имел смысл. Он гораздо ближе к Земле и позволил бы прокормить много людей хотя бы на первых порах. Да, если я буду переводить, ну, прочитать не слово в слово, вы уж извините, я тут хожу-брожу. Если мы хотим подобраться к нему поближе, то, пожалуй, стоит что-то сделать. Такой из меня чтец, конечно. А как включить вид от третьего лица? Слушай, когда я играла первый раз, я как-то вот так... Что-то нажала, и у меня получился вид от третьего лица. Но сейчас я не помню, что я именно нажала. Помогла, да? Да, спасибо большое. Да, прощайся. Так, отлично, шланг для полива найден. Есть там у меня водичка? Я сейчас сразу эту токсичную... Я какую-то пушку поднял, я не знаю, что это такое. Что делает? В ней вода есть, когда она у тебя в руках? Нет, там какие-то снаряды надо. А, это значит, наверное, либо деревья сажать, либо побегострел, наверное, деревья сажать. Я что-то запущен аварийный режим. А, я утоп в воде. Защитный режим включился. Надо обойти. Это был риск, путешествия в один конец. В итоге их бросили, но они выжили и процветают. Крепкие у вас соседи, а? Так, мне остался побегострел, и он фиг знает где. Ты когда найдешь последнее, присоединяйся ко мне. Да, конечно, сейчас я соберу, у меня как раз последнее осталось. А что ты собираешь? А, последний этот? Инструмент? Инструмент. Угу. Ага, и потом тогда за мной. Так, Додошка, отойди, чтоб я тебя не задавила. Слушай, а тут сосновые вершины типа очистить надо. Да, ты видишь там розовую слизь? Ну, типа ее поливать водой. Да, поливаешь водой, она исчезает. Ну, тогда и... я с тобой не бегаю, а поливаю водой? Да можешь, да, я это делала все в первой серии. Че, ребят, мучить? Правда, ребята? Так что поливай. А я не делал этого в первой серии. Ну, вот и занимайся. Нам нужно будет еще сейчас место выбрать для постройки. Я выбрала, как мне кажется, очень крутое место. Я тебе покажу на карте. Мне кажется, там и надо опять строиться. Хотя кто-то писал в комментариях, что лучше типа посередине, для того, чтобы потом не бегать за всеми ресурсами. Но мне все равно, посередине там нет воды просто. Послушайте, я понимаю, что вы прибыли сюда не ради отмененной почти 2 столетия назад миссии. Наверное, вы нашли корабль где-нибудь на свалке и отправились искать лучшие доли. Можете не отвечать, это все уже не играет роли. Я просто радуюсь, что мне наконец есть с кем поговорить. Мне тоже, поэтому я не собиралась тебе отвечать, женщина. О, краселек взял. Так, я бегу к тебе, и можем пойти, я тебе покажу... местечко и построим палаточку, заночуем, а с утра начнем разворачивать лагерь. Я занят. Ля, чем там занят? Восстановлением сосновых вершин.
Мы их потом довосстанавливаем. Нет, бросать на полдела. Лучше выбирай место, где потусить, типа, ну, построиться. А я тут пополиваю. Так, сейчас я меточку поставлю. А я туда и бегу. Я все правильно бегу. Я вот даже, видимо, забыл. А как карту открыть? М. Видишь, регионы пока еще закрыты. Вот когда ты сосновые вершины откроешь, они будут такие же зелененькие, как луга. Так, я сразу тогда соберу резинку. Потому что все равно нам ее сажать понадобится. Спят усталые додошки. Да, а вот и то самое место. Слушайте, и два дерева моих стоят. Отлично. И вообще все так же. Я так же и буду, наверное, все строить, как и у себя строила. Мне все нравилось. Сейчас мы посмотрим. Значит, ночлега. Сейчас мы тут все проклацаем, чтобы оно у нас... А, вот это что? А. О, почтовый ящик. А его тогда не было. Дает доступ к дополнениям. Прикольно. Да, его не было. Когда эти глянем, может быть, еще чего-то не было. Да нет, все это было. Так, палатка. Нужно 8 дерева и 20 волокна. Буду собирать. Серега там подчищает. Так, мы, наверное, вот эти кустики. Правильно, женщина, займись делом. И камень убираем. Вот этот он нам тут не нужен. И этот мы оставим. Этот камень убираем. Так, что еще? Вот эти кустики, вот это дерево тоже можно срубать. О, побег получили. Замечательно. Так, сейчас я вот эти сразу уберу, а то я буду потом деревья тут высаживать, чтобы они не мешались мне. О, ты восстановил, умничка. Ничего себе, помогло. Экосистема стремительно восстанавливается. Сколько тут кружу, а такое вижу в первый раз. А сколько отчетов от меня ушло на Землю, что вот же он, новый дом для человечества. Возможно, для этой планеты еще не все потеряно. Кстати, да, можно включить фонарик, так круче. Так, ну вроде все. Сейчас еще одно деревце срублю, и можно ставить палатку. Сколько там на палатку надо? 20 волокна и, по-моему, 8 дерева. Но я уже насобирала. У нас тут просто вот есть деревья, я их буду потихоньку вырубать одну сторону, а потом мы построим навес, и за навесом хочу лес высадить. Так, сейчас... Ой-ой-ой. Что там? Раз со скалы прыгнул. Разбежавшись, я надеюсь. Угу. Умничка. Все, по фэншую. Так, палатку я теперь поставлю вот здесь поближе, потому что за ней надо там много всего будет строить. И перед ней вот так. Отлично. Ой, теперь ты можешь ставить, а я смотреть, правильно ли все поставлено. Так, отлично. Это мы сделали. И теперь жду тебя, ложимся спать и утром начинаем сажать. Ну сейчас мне же тоже надо себе палатку поставить. Так зачем? А что, ты со мной в одной палатке уже не ляжешь? А, да, я просто думал, надо две, нет? Нет, я думаю, мы в одной поспим. Смотрите, у нас еще появилась решетчатая ограда. Слушайте, вот это красивая, кстати. Ее не было в демо-версии. По-моему, пока добегу, будет уже утро. Ничего, я в тебе верю. Пока еще дерево пособираю, потому что нам навес с утра ставить надо будет. Ну, по-моему, уже утро.
Нет, утро будет, как новый день как будет. Солнце встало. Но они тебе обозначат заставкой, что будет новый день. Пока заставки не было, новый день и наступил. Да я уже смотрю. Ой. Так, теперь можно ставить. Он как раз Серега бежит, а мы пока навес запланируем. А. У меня 18 нужно 24, или у меня 24 нужно 18? У меня 18 нужно 24. Вот фигня. Ну ладно. Давай, пойдем. Давай принципиально подождем. Не, надо, чтобы день сменился, и тогда восстановятся эти. Давай, я тебя жду. Восстановятся, вот, видишь, сосновые вершины. Ну ладно. А что-то без музыки. В прошлый раз музыку включали. Зажали нам музыкальное сопровождение. А вот пошла музыка. Возможно, когда мы все регионы восстановим. Утречка. Мне было так радостно, когда мы вчера восстановили тот регион. Может, сегодня получится сделать что-то хорошее? Присматривайтесь, хорошо? Смотри, у тебя... Давай я ящик поставлю сейчас. Секундочку. Поставлю мне ящик. Мне нужны блевные ящики. Вот. Ну, давай сейчас я один вот сюда пока поставлю. И я туда сложу древесину. Поставишь этот... навес, а я тебя подкорректирую, куда ставить, ладно? Так, сейчас я сложу. Я просто снизу хочу. Ой. А ты видишь проекцию? Вижу, только подожди, я из ящика выйду. Сейчас я... Нет, смотри. Вот, смотри, ставь вот сюда. Только немножечко боком. Влево поверни. Скажи, куда поворачиваюсь. Влево. Еще влево. Ага, теперь чуть вправо. Вот, а теперь подвинь левее именно. Не поворачивай, подвинь. Еще левее. О, огонь, давай ставь. Красотища. Так, теперь смотри, нужно будет под этот навес. Короче, когда фары ты выключим. Наводишь. Ага, спасибо. Фары. А что? Да, ну да, фары так и есть. В общем, когда ты. А ну-ка еще раз. О, у тебя таз светится. Прикольно. Значит, всякие прессы и прочее ставить под навес, они там лучше работают. А еще украшение, у домика есть радиус. Если ты в него, в этот радиус вставляешь всякие украшения, то улучшаются, в общем, улучшает, качество улучшается. Давай поставь тогда под навес маслопресс. Это что за приставание? Утро, арбайтен пора. Вот, поставь под навес маслопресс и сушильный шкаф. Просто маслопресс большой, там они присасываются. А сушильный шкаф ты пока не поставишь, потому что масла нет. Тогда маслопресс и делай там масло, а я займусь грядками пока. Так, ладно, раз ты мой... И ящик надо тогда еще вот сюда поставить. Сейчас я вот сюда поставлю. Ой, у меня дерева нет. Тык, переместить. А ты два прям поставил? Ну, как вариант. Так, сейчас я... А, он тоже, кстати, присасывается. А ну-ка, будет ли он здесь? Вообще, да, вот. Нормально. Так. Maybe we should leave the mech behind if we want to get close.
А, у меня нет. А можешь добавить? А, мы можем... Есть у тебя еще дерево? Можешь в ящик добавить? Нет, я уже рублю. А. Стой, руби вон те. Вот эти, видишь, передо мной сад. Вот, вот передо мной. Их все срубим, а вот сюда, за сараем нашим, я хочу высаживать деревья. Я вот сейчас, у меня есть один побег. Сейчас вот эти вот, вот на этой поляне, да? Да, 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 вот эти вырубай, а мы за сараем лес посадим, чтобы у нас не очень голо было. Так, у меня еще одно есть. Вот так. Теперь полью. Так, а я грядочку тогда строю. А, и воды мне надо за водой тоже сходить. Да ладно. Так, может, я тебе ресурсы таскать буду, а ты будешь строить? О, давай. Ну, ты вот эти заполнишь, что ты построил. А я, да. Хорошо. Давай, огонь. Мне нравится. Просто скажешь, какие, сколько тебе надо. Угу. Ну, мне нужно еще дерево. Дерево. Сейчас дорублю еще дерево. Сейчас мы делаем. Вот так, теперь, чтобы ровненько было. Ровненько еще хватило на эту штуку. Сейчас посмотрим. Да, вроде ровно. И я сейчас тогда размечу. Нам нужно до улучшений. Вот, до улучшений. Блин, а хватит ли там на депо торговца? Просто точно грядки будут. Может, надо было с другой стороны. А, ладно. Так, депо улучшений будет. Чего, другой стороны? Поставь, пожалуйста, рядышком еще один блевный ящик. А, так, а я вон за сараем поставила. Ты его видел? Он полный, почти. О, нифига себе, ладно. Странно. Давай тогда с этой попробуем стороны. Да, нормально становится. Так, вот. И теперь еще для торговца надо. Я на тут находилась. Вот. Площадка для торговца. Так, она, наверное, вот рядышком. Сейчас мы посмотрим, как это будет выглядеть. Блин, нормально, только надо эту... Ага, надо еще чуть-чуть подальше ее подвинуть. Так, ладно. Тогда мы грядку нашу убираем. Площадку убираем. А, так. Ой. Строим еще. Она туда прям далеко становится, да? А вот сюда. Да, о, ты же там становилась. Бля. Вот вредина. Хорошо. Давай чуть ближе. Дальше. Так, максимально. Так, ну-ка посмотрим. О, они рядышком. Вообще хорошо. О, масло ты сделал. Класс. Так, вот площадки. Вот теперь уже можно грядки ставить. Грядки тогда вот где-нибудь здесь у нас. Ой, а мы же можем перед домом строить. Допустим, вот так будут здесь сараи. И здесь можно будет сделать сараи. А грядки прям перед домом. Да, мне так даже нравится. Ну, например, вот здесь начнем. Раз... Два и три. Ну все, классно. Так, я разметила. Осталось теперь ресурсы. Я даже, наверное, еще четвертую грядку поставлю. Блин, только они там прилеплялись, а теперь они прилепляются. О, прилепилась. Ничего. Все, здорово. Великолепно. Так, грядки есть. Сарайчик первый есть. Второй вот там будет с проходиком.
если что, третий, четвертый здесь, а тут площадка. Все, огонь. Единственное, у меня, конечно, есть ощущение, что когда будут появляться дома, они явно будут больше, чем наша эта палатка, то места нам не хватит, но мы тогда что-нибудь придумаем. Будем решать по мере поступления проблем. Так, масло собрала. Дальше. Что это у нас? Вот. Сушильный шкаф сделали мы. Не вписался. А, врезался? Угу. Ты смотри, если у тебя есть побеги деревьев, вот сюда их высаживай. Видишь, у меня уже две лунки вот здесь есть. Где покажу? Вот, вот здесь две лунки есть. Ну и вот здесь, как хочешь, просто за сараем высаживай. И дерево нужно один раз полить. Ты когда подходишь к тому, что нужно полить, если там появляется такая синяя окантовка, квадратик, значит, нужно поливать. Если нет, не нужно. Так, это мы сделали. Сейчас у нас события так стремительно разворачиваются. Вдвоем прям значительно все быстрее. Давай я сразу заложу на корм. Сделаем максимум. Все, корм у нас есть. Я его сейчас положу в какой-нибудь ящик, например, возле дома. Так, я предлагаю пойти поспать. Сейчас подожди меня, потому что у меня как будто предыдущий раз не засчиталось. Так, если я... Так. Все перемещу. А, тут места уже нет. Тогда забираем камни. Мягкая древесина. Ух ты. А, поэтому у меня забор появился такой. Ты где-то мягкую древесину нашел. Угу. Прикольно. Ладно, потом тогда буду сортировать ящики уже за кадром. Вот как раз так. А, ну давай мы тебя заберем. Ага. Ящики по весу. Понятно. Пошли спать. Пойдем. А ты прям выходишь, а я в роботе сплю. Ладно. Ну, палатку тогда зачем ставилась, если ты в роботе спишь? Ну, я в роботе в палатке сплю. Так, третий день. Мы... Утречка, да, надеюсь, выспались. Что-нибудь сегодня посадим? Хорошо, когда грядки не простаивают. Да-да, мы сейчас посадим. Сереж, тогда давай достроим грядки и вместе их засадим. А потом пойдем кормить эти... Дворники есть? Нет, дворников нет. Сейчас я заберу первую посадку. Резинку посадим. Нам из нее потом масло нужно будет делать. Резинку взяла. Так, что я туда сбросила свои ресурсы, которые были на грядку. На грядке нам нужна волокно и древесина. Собирай. Я древесину положу, а ты волокно бери. Поливать как раз не надо будет. О, точно, в такие дни можно просто сажать. Так, замечательно. Можешь пойти вон пособирать еще резинку пылесоса. Видишь, такие голубенькие медузки. Прямо и слева тоже. А я пока посажу. Так, проще, короче, вот так убирать. Бегострел. Вот, семечкомет. Погнали. Так, закончились снаряды. Пошла, соберу еще. Давай два засадим резинками. Одну грядку можно синими цветочками, одну красную. Цветочки не в грядку садятся. А, точно. Ну, тогда все резинками можно засадить пока. Пока у нас нет других
засадить в эту резинку. Да, да. У меня больше нет. Сейчас. Все, у меня тоже больше нет. Ну, пусть растут. Я могу пойти еще поискать их. Хочешь, давай я пока покормлю додошек, потому что когда мы кормим здесь зверей, они потом восполняют ресурсы. То есть чем больше накормили, тем больше ресурсов восполнили в этом биоме. Так. Причем, если кормишь конкретную животинку, она тебе выдает какой-нибудь ресурсик. А если ты сам домик покормил, ты сразу все гнездо их покормил, но ничего не выдает тебе. Вот, я сейчас покормлю. Все. Мы один выводок накормили. Но, к сожалению, за это ничего не получили. Пойду. Они все накормлены. Если мы хотим подобраться к нему поближе, пожалуйста, стоит сойти с робота. Не-не, я не хочу подобраться поближе, я Ты хочу. Все три будешь кормить? Нет, покорми... А, у тебя корма с собой нет, да? Покорми три разных улья. Да, но я вот сейчас один пок... О, резинку она мне выдала. О, алюминий, огонь. Тут просто я не вижу, где додошки на гнездо. Пойду вон туда схожу. О, вижу алюминий. Мне так нравится предметы пылесосом собирать. Maybe it's just a huge art installation. Either way, it's no matter now. Ага, вот. Просто уголь. It's just another mill. Не знаю пока зачем нам уголь, но я понадобится. Кстати, надо воды набрать. Так, сейчас еще кого-нибудь накормлю. Пойдем тогда прям по заданиям. У тебя же слева такие же, как у меня, да, задания? Ну да, это по улучшению надо построить. Ага, сейчас вот еще одно животное. Привет. Я какой-то алой капусты тут насобирал. О, отлично. Так, три живот, два выводка у нас накормлено. Надо третье. Пошла искать третье, по-моему, вот где-то там был. А ты зачем пошел? За резинками, да? Да, а я какой-то капусты насобирал вместо резинки. А ты, наверное, не в лугах. Надо посмотреть по карте. На сосновых вершинах, по-моему, резинки не растут. Они в лугах растут. Да, это уже я понял. Так что возвращайся. Так, блин, а мне показалось, что тут кто-то, чей-то домик. Нет. О, вот додошки из другого выводка. Привет. Пернатка. Отлично. Так. О, вот еще. О! Какие-то крысы. Крысяшка. Я нашла крысяшек. О, резинку мне выдала. Ты резинку на третью крысяшку покормлю. Все, отлично. Мы три выводка накормили в лугах. Сейчас я тут еще алюминий дособираю и... можно идти домой. Выполнять следующее. Ну, на, я тебя покормлю. А то чё ж я всех покормила, а тебя нет. Хотя вы с одного вывода. А, и она мне за это камень дала. Жадина. Говядина. Так, вот краселёчки. О, вижу тоже резинку. Сейчас пособираю.
И алюминий тоже, ну все. Ты... Подожди, подожди, меня там еще да не было. Да я еще алюминий не кричи. Написано восстановить дальний утёс. Ну я подошел, да, случайно. Я просто не понимаю, где искать этот алюминий. Алюминий, он... Что такое? А, вот здесь, где я, он... Нашел. Да. На каменистых, либо в пещерках. Тут есть одна пещера, пошли покажу, можем... Алюминий... О, что там за ракушка? А я могу тебя взять? Устрица. Блин, как тебя взять? А ну-ка, если я выйду отсюда. Раз на нее можно нажать, значит, ее можно как-то собрать. Привет, устрица. Так, ее не взять. А если подолбить? О! Все, так можно. Ты, кстати, когда еще долбишь ресурсы вне робота, ты можешь в робота перетаскивать их с помощью твоей вот этой кирки. Кошмар. Да. Класс, я нашла нашу первую устрицу. Что это значит? Не знаю, я ее просто до этого ни разу не находила. Здорово. Так, а ты где там шарах? А, вон ты знаю, далеко. Не знаю, в джунглях каких-то. Пойдем домой. Сейчас. Тут, увы, тупик. Всех накормили. Итак, пойдем по порядку. Во-первых, сейчас мы досадим резинку в наши... Одну грядку оставь под эту капусту. Хорошо. Наши клумбы. Я могу... А, ты... мы третью начали, да? Хотел сказать, могу две сделать под резинку, а две под капусту. Но у нас, по-моему... У меня капуста 11 семян всего, поэтому как раз одна. Отлично. Хотя у нас, да, два свободных. Так, давай сюда. Тогда тебя оставляю одну. А, и все, мне и все равно не хватило. А у тебя резинка есть еще? Есть. Ну вот как раз третью лунку досадишь тогда резинкой. Угу. Так, у нас масло, по-моему. Остатки корма сложу в ящик возле палатки. Так непривычно пробелом перекладывать. Так, что у нас здесь? Алюминий. О! Резинка. А чё? А, это не семена, я поняла. Так, тут... Ой, что-то я переложила. Ладно. А, предлагаю... Ты посадил, да? Угу. Ой, вот у нас еще в ящике, оказывается, семена резинки. Это я выложил только что. Это остатки, да? А, предлагаю вот что. Давай поспим и с утра начнем идти по квестам по очереди. Вот, нам сейчас статистику как раз покажут. Видишь? Опа. Восстановлено источников ресурсов. Мы молодцы. Так, что делаем сегодня? Я предлагаю, давай ты теперь накормишь животных. А уже можно собирать? Нет. А, нет, и правда нет, странно. Ну ладно. Тогда... Поливать можно уже. Да, но тогда поливай и в домике, ой, в этом... В ящике возле палатки возьми еду, попробуй ты теперь три выводка накормить. Один у нас вот здесь прям домик на берегу. Вторые вот без домика здесь до дошки на лужайке. Три штуки их надо, чтобы выводком засчиталось. А третий дальше. А я сейчас посмотрю. Нам нужно... Я сейчас займусь, наверное, украшением дома, чтобы нам хорошо спалось. Так, что у нас есть? Нам как раз по квесту. Почтовый ящик. Эй! Почтовый ящик. Доступ к дополнениям. Давайте построим.
Нет, давайте сначала порядочку. А где еда, ты говорила? А, в ящике возле палатки. А-а-а. Так, вот у нас тазик. Значит, нужно 4 дерева, 1 масло. Это и есть. Так, забираю древесину. Масло, масло, масло. Я его не выкладывала вроде. А куда оно у меня делось? А ты забирал масло? В тебе нет масла? Во мне нет. На мне есть. А куда делось масло? Мы же делаем... еще, что у нас. А, ну мы, наверное, куда-то, может, потратили. Ладно, тогда делаю масло. А надо еще корма сделать, слышишь, мать? Сейчас сделаю. А, вот куда мы масло потратили, аж корм делала. А сколько у тебя? 14? У меня 4 корма. Осталось. И ты еще никого не кормил, да? Нет, покормил крабов на берегу. А, троих? Ну да. Там же 3 корма уходит на одно гнездо. Да. Так, ладно. Ну вот, у меня еще на одно гнездо есть 4, а на следующий уже 1. Но у тебя здесь у додошек не будет гнезда, тебе просто троих можно покормить. Сейчас закажу корм. Ну или на тогда тебе масло. Сейчас я... А могу ли я выкинуть? Ну-ка. А давай ты покормишь? Я просто хотела расставить красоту. А, окей. Угу. Так, выбрать и... вот так выбросить. О, из меня вывалилось масло? Да. Забирай. Ешь. Делай корм. У тебя есть растительное волокно? Нету. На. Пойду деревьев порублю. А, ну давай. А я пока размечу красоту. Так, вот тазик для стирки. Давайте, как и в прошлый раз. Они просто дают бафы. А тазик, как и в прошлый раз, вот сюда поставим. Дай деревцам. Дальше. А, белевая веревка. Где-то вот здесь сзади. А вот нормально. Так, что еще мы можем с украшений построить? Давайте уж почтовый ящик построим. Да, он тоже дает бафы. Так, ой. Здесь вроде бы все. Ну, ага, костер. Костер, давайте вот здесь вот дерево будет. А вот здесь вот где-нибудь. Подслеживается авторская задумка, говорит мне женщина. Так, и факел. Давайте факел где-нибудь, да, вот здесь, наверное, можно и поставить. Все отлично. Так, теперь попробуем. А, чё, сколько тебе осталось покормить? 2 гнезда, но я не знаю, где их искать. Одно, наверное, тут всего 3 надо. Ты двое. Да, я покормил? Одно гнездо покормил. А вот этих птичек отдельно не кормил? Да пошли. Так ты трех гулять птичек, по лугам. Трех птичек кормишь, это засчитывается как одно, один вывод. А я хочу гнездо покормить. Ну хорошо, ищи гнездо. Я тогда. Я просто хотела сказать, давай я докормлю, а ты вот сюда заносишь ресурсы. Давай. Ты так сказала, что ты расставляешь там красоту. Вот, да, занимайся. Я расставила уже. Так. Сюда. Супер. Ой, я, по-моему, по костру потопталась. Ну-ка, давайте посмотрим, что с ящиком. Почтовый ящик. Дополнение. Дополнение недоступно. Ну, видно, будут как-то рандомно приходить. Так, вон, Сережа уже второй выводок покормил. Давайте теперь дальше. Капусту. Ты сегодня, да? Ой, резинку сегодня, да, поливал? То есть ее еще собирать да нельзя. Так, тогда
наверное, еще намаслиться. Закажем. И нам нужно построить депо улучшений. А для него нужно... О, алюминиевая рама. А раньше не было такого. В демке, да? Не было рамы. Нет, в демке алюминиевой рамы не было. Так, а депо для торговца? Еще сложнее. Ну, начнем с депо улучшений. Так, нужна алюминиевая рама. Алюминиевая рама, ее, наверное, делают вот в этом сборочное устройство, скорее всего. Значит, нам нужна еще одна мастерская. Чем? Еще один навес. Да, сейчас я его размечу. Так вот будет, чтобы тропиночка была. И под ним будет уже сборочное устройство. Ой, маленькое какое. А, оно не присасывает. А, нет, присасывается. Нет, ладно, надо сначала навес закончить. Навес есть. Вот, да, теперь присасывается. Да дай же ты. Бля. Спасибо. Отлично, есть сборочное устройство. Что ты у нас собираешь? Да, алюминиевую раму. Все правильно. Для этого нужен алюминиевый стержень. Они у нас есть. Тогда начну пока расставлять ящички. А, тогда возле навеса со сборщиком у нас будет ящик с алюминием и со всякими камнями. We can make good use of this. О, спасибо. Так, сейчас я перенесу. Так, допустим, камни отсюда забираем. Алюминий забираю. И все. Складываем. Камни сложим. А что за бред? У меня есть две семечки деревянных, она мне пишет, что у меня нет снарядов. А ты, наверное, там же есть для деревьев, вот. Да. Блин, какие ящики маленькие, это ужас какой-то. А ну-ка, вот интересно, это... В нем можно хранить ресурсы. Деревянный ящик из мягкой деревья. Интересно, просто так мало места, это ужас какой-то. Надо еще один получить. Что с ящиками? Это, наверное, будет прокачиваться. Поставлю тогда второй сразу. Так, вот тогда здесь будут камни. А вот здесь алюминий. Так, замечательно. О, классно, алюминия много. Так, нам нужна, по-моему, одна рама. А, нет, 4 рамы. Показывают 4 рамы. Так, раз. Ага. Подтвердить. А, серьезно? Они прям уже так... О, хижина и флагшток. Огонь. Так, сейчас. Да? Сейчас я дострою. О, какой ты махонький. Ты мой хороший. Ты не засасываешься в пылесос. Так, добавляю. Ой. Ага, добавляю. Отлично. И вот теперь любопытно. Ну все, берегись. Ты меня не догонишь. Вот теперь интересно. Улучшения, по идее, должны быть для всех. Правильно? А ну-ка, Сережа, заведи своего робота. Пристыкуй его. Пристыкуй сюда. А, наверное, нет. Для каждого робота свое, я думаю. Депо улучшений. Занят. Ну да, ты можешь улучшать своего. Иди улучшай.
А потом я свою улучшу. Я хочу... интересно, есть тут для ящиков более вместимости? Объем резервуара для воды надо 18 масла резинки. Да, мы сейчас завтра соберем резинку и будем делать масло для резинки. У нас как раз два маслопресса. Я сейчас еще растительное волокно закажу. Так а что, тут только можно одно улучшение сделать, это прицел для семечкомета и все. Ну ты про... я к тому, что ты посмотри, выбери, что ты хочешь, ну что будешь там собирать. А я буду на воду, собирать, давай. Огонь всех троих. Накормили мы большие умнички. О, доброе утро, дождик. Доброе утро. Жалко, тебя не могу поднять. Давай тогда план на сегодня. Собирай капусту, я пойду пока додошек покормлю и закидываю во второй пресс, тогда сделаем масло из резинки. И я сейчас посмотрю, чего нам не хватает на постройку площадки для торговцев. Будем идти теперь прям по порядочку. Так, нам нужны 10 стержней, 10 камней, красные кристаллы. Вот красные кристаллы, они, скорее всего, там, да, на том этом растут. Во второй локации. Сейчас тогда закину, сколько у нас есть стержней камней. Прямо робот. Перепутать бы роботов. Так. О, маслица сколько сделалось. Так, это забираю. Цветоёчек забираю, сейчас посажу его. Красный у меня есть, устрицу перенесу. Сейчас я возьми еще вот сейчас эти резинку сброшу. Я уже все посадил. Не-не, это не семена, а сама резинка, из нее масло, чтобы наделать. Так, что у меня? Алюминий есть. Сейчас у нас там камней тоже было дофига. Вот, заберу цветоечки. А, это сами цветы, а побега у нас только два, да? Окей. Так, где камни? Слушай, а загляни в почтовый ящик, там есть у нас что-нибудь появилось, нет? Так, перегрузка. О, у меня перегрузка, серьезно? Такое тоже бывает. Ладно, так, разделить стопку на половину. Закину в депошину. Нам какие-то алюминиевые детали нужны, чтобы сделать шипастую пилу. Они, прокачать. По-моему, есть вот в этой штуке. Значит, нам надо алюминий. Да. Сколько там надо? Ну-ка. Ой, я не помню. 4, по-моему. Да, я смотрю. А, да, детали можно. Ну, нам масло резинки. Нам резинки надо очень много, короче. Ой, сейчас я пристыкую. Ну, делай пока резинку. А ты новую посадил? Да. Сейчас я пристыкую робота. Мне вот интересно, улучшение они будут для двоих или только для одного? Я думаю, для одного. Так, но это мы узнаем только опытным путем. Да. Семечкомет нет. Вот шланг для полива мне нравится. Да, в смысле объем резервуара для воды. Дальше. Да, шипастая пила. А, о, объем инвентаря. Это круто. Сборщик мощность. О, дороги. Реактивная скорость бега. Ну давай начнем с шипастой пилы, и тогда нам нужно 5 деталей. Сейчас я посмотрю, хватит или нет. Робот, иди ко мне. Да я пойду сбегаю, тогда алюминия пособираю. А подожди, у нас же есть. Сейчас нам, наверное, хватит. Мы просто отправимся, наверное, сейчас туда. А капусту нам ты все равно еще много надо. Не собирал? Она не собирается еще. А мы, может быть, просто туда сейчас и сходим. Так. Нам в другую сторону. Раз, два, Все что ли? Сколько во мне деталей? Одна деталька.
Предлагаю пойти сходить на второй биом и посмотреть, как выглядят красные кристаллы. Сейчас я только сброшу с себя все лишнее. Пойди, сходи, я пойду все-таки алюминия пособираю, его нам надо много. Хорошо. Так, я убираю. Нам его надо очень много. Там есть пещера, в ней тоже алюминия есть. Но туда только без робота, да, я так понимаю? Ты заходишь без робота, добываешь, а потом с помощью своей кирки переносишь. А, сейчас попробуем. Сюда посадим дуёчки. Красные. А это нормально, что тут на скалу написано куст? А, это уголь вообще. А где здесь алюминий, ты говоришь? А, вижу. И в пещере еще. Так, цветочки мы посадили. Так, нужны кристаллы. Сейчас я все кинула. Масло осталось. Так, я вот на корм масло еще закину. Ой, да его тут как будто бы и немного совсем в этой пещере. Делаем. Сколько нам? 3 штучки. 10. Не, я сама с собой про корм. Так, сейчас корм. О, фонарик у нас готов. Так, и... Вот. Новый эффект, зоркий глаз мы получили, потому что я еще улучшение завершила. Здорово. Так, масло поместится, да, поместится. В ящике ничего нет. Так, ну ладно, я пошла поищу кристаллы. Вот это нам. Я вижу кристаллы. Вон они, на горке. Сейчас алюминий закину к тебе. Давай, тут, кстати... тут алюминия просто... Железного человека можно собрать, да. Сейчас я его подобываю. Очень много. Главное, сколько у меня? А, еще нормально, чуть перегруза не было. Ой, у меня перегруз. Мне нужно с тобой поделиться алюминием. Стой, я сейчас половину сброшу. Так, выбрать. Найти половинку. Вот. Возьми, пожалуйста. Так, пойдем вон до тех кристаллов. Я все время забываю, что мы тут можем вот так прыгать. Нормально делаешь. Вот здесь запрыгивай. Да-да, женщина, я в порядке. О, зато у меня вид от третьего лица. Как вернуть обратно, простите? Среднее колесо мышки. Нажать надо? Да, и правда. Ну, да. Погладить. О, да ты тоже неплохо кувыркаешься, я смотрю. Такой. Это тебе карма. Так, ага. Необходимо улучшение шипастая пила. Ну да, значит, нам нужно сначала улучшить шипастую пилу, а потом идти за кристаллами. Окей. Пойдем тогда домой делать детали, потом улучшать шипастую пилу. Одну детальку сделали, надо еще 4, только я не помню, сколько на одну алюминия. Вот. Ой, ты дымишься. Да ладно. Да, что-то у тебя дым из головы идет. Ты тоже, прикинь, это выхлопные газы. Да.
Мы портим эту планету, получается. Ну да. Пришли ее спасать. Ну, сначала испортим, потом спасем, какие проблемы. Да, все по классике. Для того, чтобы было что спасать, надо сначала испортить, да? Это так неинтересно. Так, а посмотри, сколько там нужно на детали. Я рядом ее гляну. Так, на алюминиевые детали нужно 2 алюминиевых стержня. Отлично, я смогу заказать. Вот. А, и масло из резинки надо. Прикинь. Да, но у нас хватает. Подтверждаю. Все. И еще одна деталь вот здесь валяется. А ну-ка, пристыкуй своего робота. Сейчас мы его улучшим. И посмотрим, отразится ли это на мне. А, я не могу, потому что это твой. На тогда тебе. Забирай. Да, я не могу пользоваться, потому что это твой. Не, куда? Детали ты забери, я говорю. Ну, они не берутся, они так берутся. А, точно. А ты мог киркой же поднять? Поднять мог и все. И к роботу подходишь, он его засасывает. Получил. Так, получила. Ну-ка, давай проверим. У меня улучшилось или нет? Сейчас. Давай, я попробую пристыковаться. У тебя визуал как-то поменялся? Нет. Наверное. Сейчас проверим. Да, у меня не улучшилось. Значит, у каждого свой. Сейчас я пойду еще деталик сделаю. А я тебе говорил. Ну, мы должны были это проверить. Сейчас тогда сделаю детальки. Вот так, раз. Ага, одна. Так, сейчас еще масло заберу. Сделаем детальки и... Блин, точно, нужен робот. Улучшу робота, и утром тогда пойдем за кристаллами. О, отдай масло. В ящик справа. Так, масло есть. Пошла. А переложи, пожалуйста, корм из того ящика справа в ящик возле палатки. 2. Так, мне надо 4. Блин, 3. Чего тебе еще не хватает? 3 масла резинки. Еще есть у тебя масло резинки в тебе? Нет, все, что есть, все в ящике. Вот фигня. Ждем тогда, сейчас доделает. О, а тут есть деталь. Так, мне еще одна получается. Нужна. Ты там еще одно какое-то улучшение можешь сделать. У нас ресурс есть. Там нужен алюминий и что-то еще. Самое левое, верхнее, я не помню. Еще. Мне нужно маслечко. Вот оно выпало. Надеюсь, мне его одного хватит. Сейчас. А, нет, надо еще 2 масла. Так, еще одно выпало. Ждем. Сейчас посмотрю. Так. Тут растительное. У нас оно, кстати, есть. Я вот хочу так, эта деталь, это мне надо. Объем резервуара, тут масло для резинки, я его пока тратить не буду. Вот, объем... А я сделал. Ну вот, поэтому... Ты уже улучшил объем резервуара? Угу. Понятно, куда наше масло из резинки ушло. Так, это микросхема, это у нас нет, 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 нет. Там 4 всего, что там ушло, ушло? 18. Объем резервуара для воды 18. Ну ладно. Да. Ну да. Ладно. Только прицел 7 чекомета, но я этого пока улучшить не хочу. Right. Так, ну вот и срака, мадам. Ну, вся в тебя. Mm? Это бампер вообще-то называется. Угу.
Так, деталь. Все, есть детали. Я могу себе улучшить. Тык. А где ты? Вот. Улучшить. Огонь. Шипастая пила улучшена. И мы еще можем, получается, прицел семечкомета я могу улучшить. Нужно еще два стержня и 5 растительных масел. Сейчас попробую. Два стержня. Как раз они где-то были. 5 масел. Так, тут масла нет. Да, надо будет потом все это дело разложить. Тоже масла нет, значит не могу. Ладно, пойдем спать, а утром пойдем собирать кристаллы. Огонь. Да, по-любому сделаем. Я сейчас раздавлю. Букашка. Так, ой, у нас, подожди, у нас резинка. Ой, зачем я вылезла? Она собирается? Нет, надо полить, да? Красную вот эту, по-моему, можно собрать. Но ага. Это не точно. Ну, выглядит как будто можно. Сейчас соберу. Да. А на шута я ее поливал. Что, ну, поливай дальше, я сейчас мокрую во влажную землю посажу. Так. Огонь. Так, ну все, сейчас я выложу. И пойдем тогда за кристаллами. А хотя... Может быть... Че? Корм по дороге возьмешь, покормишь, типа, не? А, давай, в этот сейчас... Карселек вырос. Сейчас, подожди. Корм забираем. Сейчас я освобожу инвентарь. Так. Ням-ням-ням-ням. Че сюда, выложу вот это пока. Капусту и масло. Так, тут корма больше нет. Сейчас я все ящики проверю. Тут тоже нет. Здесь понятно. Да, блин. А, не помещается. Блин, какие маленькие ящики бесят меня. Пойдем. Так, привет. Да, подожди, ну блин, ты ее спугнул. Потому я говорю, что гнезда проще кормить. Она, да нет, проще не врезаться, и тогда все будет хорошо. Собирай, что она там? Далеко? Все, я собрала. Блин, где ее теперь искать? А вон она. Подожди, иди отсюда. Иди сюда, моя хорошая, не бойся, он тебя не тронет. Злый день. А как выглядит гибкое дерево? Оно во втором биоме? Нет, светлое просто. Нормально делаешь. Напилась, я... веди себя прилично. Я толкнул. Вообще рядом стоял. Не собирай все, да я попробую. А ты что там, себя прийти не можешь, что ли? Ну его надо выйти и перевернуть. Надо, ладно. Да. Ну ты и пьянь. Отмечала улучшение робота новое. А, вот еще мягкая древесина здесь добывается. Где? А, ну так вот, а что ты пилой ее не добываешь? Ты так деревья рубишь? Как? Стуча по ним?
А ты как? Вот так. Ай. Да можно как угодно. О, привет. Крыжик, крысяшка, на тебя. О, блин, подожди, а что я тебя покормить хотела? Кстати, если выходишь, к ним можно поближе подойти. Ну, блин, ты... Тут еще целое гнездо есть новых чувачков, иди сюда. Да. Да, я хотела крысяшку покормить, а ты ее спугнул. Да забей ты на эти крысяшки. Ну, капуста. Вон, иди сюда. А, вон, наверху вижу. Ну и лапа у тебя 45-й растоптанный. О, стеблехвост, привет. Да блин, а, у меня корм. Да, и вон, их нужно хорошим кормом кормить. У меня нет хорошего корма. А хороший корм делается из масла резинки. Нифига не офигевший. Еще и да. Выбираем, какой корм надо. Да-да-да. Так, я тут больше кристаллов не вижу. Надо будет тогда... Да, сейчас вернемся когда домой, после сбора кристаллов. Надо будет тогда наделать обычного корма на завтра. Не, еще... ну, наверное, в другую сторону лучше. И еще хорошего корма. Сейчас я по карте посмотрю. А мы как раз идем... Да. Вот, и хорошего корма надо сделать. О, кстати, да, вот эта штука, давай на нее посмотрим. Я так понимаю, она откроется, когда мы все регионы спасем. Да, наверное. Ну, потому что там горели точки. И их, я так понимаю, по количеству регионов. Мы когда один спасли, на видео один зажегся. Где, покажи. А вот тут был. Вон, пойди, собери, вот. Я вот такую штуку собрал. Ой, а тут какие-то змеи. Подожди. Ай. Ладно, я понял, ты не справишься с этим непростым заданием. Мне нужно немножко. Попробуй вылезти из робота. Сейчас, подожди. Я имею в виду собрать ту штучку человечком, а не роботом. Я очень маленький человечек. Короче, на этом залетаешь сюда и все. О, я дошла. Странные камни. Они этим не берутся. Ну тогда на роботе залети туда просто и все. А, шипастая пила требуется. Я понял. Артефакт. Ух ты. Отличная находка. Ух ты. Так, подожди, что это и что это? И ничего, просто артефакт. Пошли, может змей быть, разглядывать. Может быть, в почтовом ящике утром что-то будет. Ой, там пещерку вижу. О. Какие-то шнуркель. Упыханные они какие-то. Смотри, они целуются, они обнимаются. Ой, зайки такие хорошенькие. Так, ну для них нужен хороший корм. Ну, я помыть ее хотел, тебя тоже. Грязная женщина. Иди в робот. Спугнул шнуркелей. Ой, вон еще один артефакт. Один слева, забери ты повыше, я вот тут пониже попробую. Я пошел пещеру осваивать. Начинается. Женщина там резных змей трогает. Ой, там, ей... подожди, там еще что-то вот есть. Еще уголь. О, тут есть тоже давай. Странные камни. Давай. Да, ай, там ай, мне ай. Эта штука сказала скорее бы проанализировать. А, ну у нас еще, видно, нет анализатора, но явно он скоро появится. Какая-то удивительная находка. Да-да-да. Сейчас мы тут тогда все артефакты соберем.
Потом домой пойдем. А, надо еще до конца биома дойти. А, собирать эти кристаллики, вдруг еще будут. Ой, тут какой-то гриб растет. А, ай, ай. А грибы волокно вроде дают. Но если здесь да. такие же, я собирала. Так, а если с другой стороны, а ну-ка с другой стороны попробую зайти. Да, вот здесь явно можно. Я какой-то еще окаменелый лук нашел. О, а, большая сосна. Так, ну и как вам тут, блин, никак пробраться? Как вам тут пробраться сразу? Окаменелый жук вообще-то. Ну, или так. О, яйца. Так, окаменелые яйца. А их можно? Их, наверное, вот так. О, забрала. Так. Слушай, а как по этой рельсе подняться? Я что-то не понимаю. Я обошла справа. А я перелетел просто. Ха-ха. Да, вот все. Так, ну, ночь. Сколько у нас? У меня 9 кристаллов. Я думаю, нам хватит. У тебя сколько кристаллов? 4. Ну, я думаю, нам хватит. Пойдем домой. Для площадки для торговцев хватит. Пав, я как черепашка, я не могу встать. Помоги мне. А, пьянь. Вот такая. Все, да, погнали. Вот мы дома. Пойдемте же потратим наши кристаллики. Здесь нам хватит, сколько тут надо. 8. Огонь, у меня 9. Оу. Дождаться торговца. Ну, торговец, скорее всего, будет утром. Ты купаться пошел? Водички поднабрать. Так, в почтовом ящике по-прежнему ничего нет. Ну, пойдем спать. Так, а что это за баф там, зоркий глаз какой-то? Сейчас узнаем. А, надо было, блин, посмотреть. Ну, сейчас мы в палатке глянем. Там, когда на палатку нажимаешь, у нас... Сейчас. Вот, вы можете... Да, женщина, хватит мне перебивать. Вы можете найти дополнительные ресурсы в дикой природе. Вот как. Так, ну, торговца пока нет, да? Дождаться торговца, да. А, давай тогда начнем делать, во-первых, обычный корм и хороший корм. Сейчас я посмотрю, сколько у нас обычного корма. А, так, 15. Нам хватит пока. Теперь нам нужен хороший корм. Для этого нужно масло. А, нет, слышишь, я сделал прицел семечкомета. Масло для воды я не делал. Сколько там нужно, скажи, я сейчас сразу это... Для чего? Для семечкомета. А у меня оно получено, тут уже не написано, что нужно. А, ну ладно, сейчас я посмотрю. Семечкомет может целиться в 9 лунок одновременно. Оу. О, я пошел тогда с это освою. Так а у нас садить нечего. Ну, так уже можно собирать эту синюю резинку. А, давай, собирай. Я сейчас посмотрю и этот. Надо сзади лунки также построить. Грядки. Сможешь построить 4 штуки? Да, попробуем. Так, нужно еще 4 стержня и 5 растительных масла. Я пока попробую улучшение сделать. 4 стержня и 5 масла. А как стрелять-то сразу в 9 лунок? Попробуй правую кнопку. А, нифига себе, клево. Так. Забираю.
Да, блин. Иди покажу. Сейчас, подожди, сейчас, секунду. Я, короче, в прошлый день, по-моему, промахнулся, не полил один куст. Короче, смотри. Давай. О, классно. Так, торговец привел. О, у нас торговец. Прикольно. У нас там есть осколочек, который мы сможем продать. Сельхозтовары Лолы. Добро пожаловать, что-то приглянулось. Итак, что мы можем покупать? Побег зеленого дерева, но у нас это и так много всего. Пара ног винтаж, ну, ноги у нас есть. А, купленные детали можно найти в депо улучшений. Депо улучшений. А, ну, у нас это все есть. Зонтик от солнца. Защищает от солнца. Не, винтаж как будто бы это не то, что у нас, это другое. Может быть, они какие-то крутые, но здесь вот как-то не написано, чем они отличаются. Пара винтажных ног для робота. Ну ладно. Зонтик от солнца, побеги красильков, побег сосны, желтого дерева, семена капусты, пшеницы, резинки, двигатель винтаж, лобовое стекло винтаж, пара рук винтаж, скамейка телега, мешки, каменный тур, резной камень, камень с пустотой. Продать, что можем? Ох ты. Ага, и тут нужно еще смотреть цены. Падают, не падают, а есть те, которые всегда такие же. Вот красные кристаллы сейчас в цене, но мы их не будем продавать. А я... ты меня ложу, кому можешь продать? У меня нет его, поэтому мне не показывает. А, ну я могу окаменелые яйца продать, но они сейчас, цена падает, поэтому надо подождать на 20 баксов. О, ты продал жука? Угу. Класс. А ну-ка, давай-ка я посмотрю, какие у нас ноги. Сейчас я робота подвешу. Стекло винтаж как будто бы без этих рамок металлических. Сейчас, так, модификация... Да, правая нога, фермобот. Слушай, ну можно начинать собирать винтажного робота мне. Купи себе стекло винтажное. А ну-ка, давай попробуем. Как раз я жука продал, тебе должно хватить. Так. Купить детали для робота. Лобовое стекло винтаж. Да, берем. Зынь. Говорит. А, знаешь что, возьми, поищи в ящиках, у нас там осколок чего-то там. Его тоже можно продать как раз. Так, а я пойду пока стекло себе поменяю. Осколок живода? Да, да, вот он как раз чисто для продажи. Он сейчас на 6% дешевле своей нормальной цены. Ну что, затюнем, а тонировку сделайте? Устрицу можно продать, она на 5 баксов, 5% дороже, чем обычно. О, давай, продавай. Так, беру лобовое стекло. Сейчас, подожди. Выбрать. Понятно, лучше стало или не стало. А ты поменяла? Ну, я нажала, и он, типа, теперь в мире просто написано. Сейчас посмотрим. По-моему, у тебя ничего не поменялось. Да, мне тоже так кажется. Значит, ты не сделала. Я его, вот, модификация робота, винтаж. Все, теперь он, типа, в мире. А, тут нет. Сейчас. Давай я еще одну куплю. Да, он как бы без рамок, но как его модифицировать, непонятно. Сейчас, подожди. А, тут все в единственном экземпляре, я себе не смогу купить. Вот. Но он как бы в мире. Рядом склад 3. Понятно. Да, он как будто бы без рамок. Но... Ну, может, я сяду и оно... А, вот оно, смотри. Вот, его надо вот так вот вставить. Ну, так ты старая с ними. Как его снять? Так, сейчас, подожди. Так, о. Ой, правда. Сняла. Это продать. О, кстати, да. Так, ну давай, вставляйся. Поставилась? О, угу. Огонь! Так, а как его продать? Наверное, надо убрать из мира его. Ой. Вот оно убралось, теперь иди продавай. Ну-ка. Сейчас, мне надо на робота на своего сесть. А без робота не торгуются, да? Ну там высоко. О, как классно, слушай. Огонь. Так, продать. Нет, конечно же.
Подожди, продать? Нет, нельзя продать. А ну-ка попробуй, может быть, ты сможешь себе тоже сделать. Оно в единственном экземпляре, не смогу. Так, нет, я имею в виду на нашей станции. Оно в единственном экземпляре. Ну, давай попробуем. Может быть, и смогу. Ой, перелет. Нифига ты. Да что-то да. С гравитацией на этой планете что-то не то. Вот, а, да, могу. Тебе тоже вывалилось. Найс. Ой! Ой. Мам, робот. Так, а что там нам? Ну-ка, давай, ой. Слушай, у нас там $300, может быть, еще что купим? Давай. Ну, будет странно одну ногу только поменять или одну руку. Надо, чтобы на две хватило. Так, а нам хватает стекло? Сейчас... Снять, а, вот. А, на пару ног нам хватает. Они сейчас со скидкой $175. 50% скидка. Беру пару ног. А чем они отличаются? Стекло, ладно, оно это... Типа... Сейчас узнаем. Блин, ну, умчалась. Ну ладно, зато у нас будут винтажные ноги. Когда я ноги поменяю? Давай, я посмотрю. Я пристально наблюдаю. А, мы можем, ты одну можешь убрать, и мы посмотрим. Появил. Блин, надо было одно оставить. Сейчас я оставлю. А, чтобы я посмотрела, чем они отличаются. А, вон, смотри, у него какие наколенники модные. Да, он более крутой. Смотри, какой. Да? Да, у этого как лапа динозавра, а этот как будто такой в ботиночке. Когда ногу ломает, знаешь, так же. Прикольно. Блин, ну стекло классное, кстати. Мне нравится. Я люблю, когда... Вне рамок. Сейчас я эти уберу. Давай. Так, хрена, забирай, теперь я поменяю. Сейчас увидишь. Возможно, когда вблизи смотришь, они... Ой, стекло гораздо лучше. Не сильно отлично. Да, стекло гораздо лучше. Так, давай. Левая нога, винтаж. Левая нога. Ты какая? Левая вот здесь, значит, у нас. Это же его левая нога. Можно вообще делать вот так. Фиу. Ну, нифига себе. Да. Умею. Ну, попробуем. Так, это другая вот, значит, вот это. Клёво. Ну, о, поставилась. Так, всё-таки та была левая. Левая относительно меня. Я думала, левая именно робота. Так, правая нога. Это смесь трактора и мотоцикла, как будто. Да-да-да. Так. Ну и все, можно отдыхать. О, зато он тише ходит, кстати. А, да? Да, да, звука нет. Так, ну ладно, пойдем спать, а утром тогда будем сажать, ну, расширять наши грядки и построим, возможно, новый дом, но... Это вы все увидите уже в следующей серии. На этом мы первую, точнее, вторую серию, ну, копную первую, заканчиваем. Спасибо большое за то, что смотрели. Пишите, что думаете. А мы с вами прощаемся. Увидимся в следующих видосах. Всем пока-пока. Удачи.